be starting soon. We need to get out of here quick, if we want to survive. Fortunately, I have an escape plan, but you have to grab the artifact. Otherwise, it will be a waste of time. Not bad at all. Enemy! Give them hell for artifacts, vodka, and mom. That's not bad at all. Keep it up. Look, enemy! I see the zone bastards. Kill them. Should be as easy as mine from your position. Great work! Now move to the northern part of the station. Also, find yourself a new weapon. The corpse of one of our men should be on this floor. I suggest searching it. Somewhere. Use your NVG.
hesitate to search the corpses. There's always something useful on them. Thank you.
Все больше людей безвозвратно уходят в зону отчуждения. Очередной пациент со смертельным диагнозом был вылечен при помощи так называемого артефакта. Раньше на Земле существовало множество белых пятен, и человечество всегда тяготело к их исследованию. Время шло, постепенно все белые пятна были изучены. Казалось, что на планете не осталось земель, неизведанных человеком. Но вместо белых пятен появилось одно черное пятно. Таинственное, дикое, не поддающееся объяснению ученых — зона. Изначально зоной называли периметр, радиус которого составлял 30 километров вокруг Чернобыльской АЭС. Именно эту территорию задел так называемый «первый выброс» — огромный всплеск неизвестной энергии, который изменил саму реальность. Первыми людьми, ступившими на земли зоны, стали отнюдь не ученые или военные. Первыми были обычные бродяги, искатели приключений. Они с уважением относились к зоне, не используя в ней оружие и аккуратно исследуя каждый ее закуток. Когда первопроходцы вернулись, они принесли с собой первые артефакты. Это аномальные образования со сверхъестественными свойствами. При помощи артефактов можно было лечить любые болезни, создавать мощнейшие источники энергии и нарушать физические законы. После этого интерес к зоне невероятно возрос. В нее хлынули люди всех сортов и моральных качеств. Одни именовали себя сталкерами и пытались жить по заветам первопроходцев. Другие назвались бандитами и восприняли зону как место вседозволенности. За артефакты разгорелась настоящая война. Это стало причиной того, что зона изменилась навсегда. Именно тогда там появились аномалии и мутанты. И именно тогда зона начала давать людям отпор. Со временем мутанты и аномалии становились опаснее. Свойства артефактов начали слабеть, конкуренции стало больше, и поток людей, пытающихся прорваться сквозь охранные периметры в зону, ослаб. Однако совсем недавно случайным людям, не имеющим отношения к зоне, начал сниться один сон. Во сне менялись некоторые обстоятельства, но неизменным оставался большой яркий голубой шар, который видел каждый из них. После этого сна все люди, которым он снился, устремились в зону. Это явление получило название «Зов». А всех, кто следует этому зову, прозвали блаженными. О, проснулись, улыбнулись. Ну что, очнулся? Чего глазами хлопаешь? Помнишь что-нибудь? Или ты у меня сейчас спросишь, который на дворе год? Ну еще бы! Ваша лодочка угодила в какую-то подводную аномалию. Мы тебя еле живым вытащили. Местный доктор тебя откачал, но у него, кажись, других дел полно. Попросил за тобой приглядеть. И вот ты, наконец, очнулся. На болотах мы. Это юг зоны. Тут у нас база сталкерская. Считай это место чем-то вроде... Сны, говоришь? Что у тебя там за сны? Ясно. Ты у нас блаженный. Не мне, дружище, тебе все это объяснять. Тебе шаман нужен. Не так быстро, дружище. Тебя местные выходили, но сам понимаешь... Да нет, я-то тут, считай, просто мимо проходил.
Тебе нужно к главному по базе заскочить. К атаману. Да и вообще. Хорошо, вот погляди. Первая штука, которую тебе надо уяснить, без ПДА человек в зоне как без рук. Думаю, ты подустал от постельного режима и хочешь немного... Правда, неподалеку от входа в эту землянку ты наверняка наткнешься на аномалии. Но какая же зона да без аномалий, а? Придется научиться их обходить. И еще кое-что. Ты лучше направо-налево не говори, что ты блаженный. Ой, я не сказал, что ли? Липа. Зови меня Липа, дружище. И если что... Отлить бы. Горизонт чист. Вздремнуть, что ли? Горизонт чист. Вздремнуть, что ли? Здрасте, здрасте.
заметишь. Если чуешь, что впереди есть аномалия, доставай болты и кидай перед собой. Осторожно! Начался выброс. Во время выброса нужно находиться в убежище, иначе верная смерть. Не выходи из землянки, пережди немного. Выброс закончился. После выброса в зоне всегда появляются новые артефакты. Осмотрись-ка по сторонам. Авось тебе фартануло. Ты и правда нашел артефакт. Скорее возвращайся на базу. Факты — это, конечно, хорошо, но прежде чем мы перейдем к его изучению, я должен тебе рассказать, как тут все устроено. Давай ко мне. Ну-ка, похвастайся находкой. О, как... Вовсе нет. На каждой крупной безопасной базе есть план, по которому... В зоне молва о твоих делах разносится быстро. Если будешь помогать местным, твоя репутация среди них стремительно вырастет. Это имеет последствия. Торговцы дают скидки, скупщики охотнее скупят. Опытные исследователи зоны всегда следят за своей репутацией.